Несмотря на морозы в минувшие выходные, на трассах близ Ишима помощи спасателей не потребовалось. А вот в целом за два месяца пунктом обогрева воспользовались 11 человек. Глохли в основном фуры дальнобойщиков, которые заправились некачественным дизельным топливом. Одного водителя первый случай остановки на трассе ничему не научил. Водитель автофургона заморозил свой автомобиль на автодороге Курган-Омск, куда шел на загрузку. После того, как его отогрели и отправили в Омск, он там загрузился и уже второй раз попался на трассе уже Омск-Тюмень, то есть уже с грузом. То есть опять у него произошло, заглох двигатель ввиду того, что он применял топливо некачественное.